вами землянин, и сегодня у меня в гостях Виктор Мукамил, известный агроном, сейчас занимается только для себя садоводством, и мне расскажет несколько фишечек об огороде, о том, как следить, ухаживать, немного расскажет о пермакультуре, ну и я думаю, мы сможем почерпнуть что-то новое для себя. Привет, Вить! Привет! Ну, то, что известный и сильный агроном, это, конечно, преувеличили. На самом деле у меня другая профессия, это просто любительская. Ну, а сейчас мы наблюдаем вот здесь помидоры, которые приобрели с рынка. Вот, они у нас формированы на самом верху, так как они любят много света. Здесь внутри нашего вот этого дренажного горбика, здесь закапана древесина. Ну, это не помидорное дерево, самые традиционные помидоры, сорт нам неизвестен, но вот в конце лета или в конце какого-то срока мы будем ждать урожай. И еще хочу добавить, вот эти вот пасыночки, которые у нас растут, их как можно ниже необходимо отрывать, ставить в воду, в пенопласт и покажите, в баночку. Какие. Вот они, и в баночке, и тем самым вам следить не надо часто. Вода потихонечку сохнет, корневая система забирает, пускает корень. После этого корешок вы можете заново посадить. У вас более поздние помидоры пойдут. Или же второй вариант. Необходимо его прикопать. Это у вас будет уже как бы вторая посадка. Вот в этом регионе можно три раза сажать. То есть здесь можно себя помидорами обеспечить вплоть до декабря. Так что вот такие вот мелочи, ребята. Приезжайте к нам, у нас здесь ребята, пермакультуристы, все собрались со всей стороны, все с высшим образованием, все чего-то хотят добиваться, каждый вкладывает свои интересы и тем самым проводит благотворное лето. Спасибо за внимание.